Быстро, многофункционально, без коррупции, качественно и удобно. В торговом центре «Кадор» на Екатерининской 27/1 открыли центр обслуживания граждан. О принципах работы нового ЦОГа и любви, не терпящей отлагательства, в сюжете далее. Теперь у всех посетителей торгового центра «Кадор» есть возможность воспользоваться админ-услугами в сфере госрегистрации бизнеса, недвижимого имущества, его оценки и инвентаризации. Я вважаю, що сьогодні ми надаємо друге дихання цьому підприємству, і воно буде ефективно використовувати свою наявну тепер площу, вже інше приміщення, а працівники будуть так само якісно та ефективно надавати гарні адміністративні послуги громадянам. ЦОГи уверяют, клиентам здесь максимум внимания, а вот к коррупции лояльность нулевая. Договориться здесь не выйдет. Документы подаются одному человеку, отрабатывается вторым человеком, а третьим человеком выдается. Соответственно, заявитель, что у нас в стране, к сожалению, так часто происходит, заявитель не знает, кто будет принимать решение по его земле, по его квартире. Принцип работы центра прост и понятен. Формат электронной очереди экономит время и нервы посетителей. На прием можно записаться по телефону и в мобильном режиме получить уведомление о готовности документов. Узнала, что этот центр открывается. Удобно, потому что все очень приветливые, молодые лица, энергичные. Все пока нравится. Хорошо дают консультации, нет очередей. Всем довольна. Супер качественно получил за 3 минуты запись. Ну, просто фактически 3 недели нужно сейчас подождать. Но там будет видно, в принципе, никаких проблем. Для влюбленных, чьи чувства не терпят отлагательства, в рамках центра действует услуга экспресс-регистрации брака. В день открытия здесь успели зарегистрировать первых молодоженов. Нам понравилось. Очень празднично, интересно. Ну, мы первый раз женимся. Никогда до этого не было. Очень интересно и профессионально они все это делают, качественно и быстро. Ну, моя рекомендация – это не ждать месяц один день, а можно реально за неделю или за 1 и 2 дня расписаться. Это самое классное, что можно сделать. В штате центра обслуживания граждан 50 сотрудников. В отделе регистраторов в основном девушки. Их приветливость сочетается с профессионализмом, ведь в рамках своей работы они несут уголовную ответственность в случае ошибки. Надежда Бондаренко, Евгений Ячменцев, 7 канал.